Muppet Show. Return to Joyville. In order to properly tell my story, I believe it is best that we start back at the beginning. For mine is a story whose end did not have to be. My father was the master of the local puppet theater. A man of greater talent you'd not find. So skilled was he that he was even able to give life to his creations. But alas, not everyone saw my father's creations as a source of joy and whimsy, but rather as a tool to be bent to serve the will of others. And it is here, in my father's theater, where my life would change forever. Дорогие друзья, всем привет, меня зовут Гудмен, и сегодня мы будем проходить четвертую часть шоу марионеток Puppet Show, если брать английское название, которое называется «Возвращение в Джойвиль». Вы знаете, я очень люблю, когда в играх, в номерных частях есть связь между прошлыми частями. И вот здесь, судя по вашим комментариям, которые вы оставили к прошлой части, к третьей, и потому что я прочитал, соответственно, в описании к этой игре, мы узнаем, почему Фелиция стала такой злой. В общем, что привело к ее вот уродству, так называемому, то есть она получила большие ожоги в ходе пожара, который случился в театре. В общем, давайте посмотрим. Да, и если вы помните финал третьей части, а точнее бонуса, мы там нашли, как я тогда предположил, скорее всего, машину времени. Видимо, мы сейчас перенесемся в прошлое. Крайне интересно на все это посмотреть, но я бы все равно не обелял Фелицию, потому что, друзья, то, что она совершала, это не есть хорошо. Возможно, в каждом из нас есть какие-то внутренние демоны, которые могут при определенных обстоятельствах проявить себя, но для меня убивать или пытаться причинить вред детям – это очень и очень большое зло. Так, мы выбрали, друзья, самый сложный режим, ну, как обычно, собственно. Так, давайте разбираться. Все тот же неудобный инвентарь, но это норма. Совет, нахрена нам этот совет? И прямо вот возле вот дневничка, вот я ж могу случайно нажать. Внезапно Фелиция исчезла в странной светящейся машине. Не могу поверить, что я говорю это, но по всей видимости придется последовать за ней в прошлое. Фелиция, it's getting late. Come on home now. Welcome to my life as it once was, detective. The little girl you see before you is in fact me, or at least she was me, until the events that stole my youth. Look at me now, detective. Look at what I've become. Как вы знаете, друзья, если есть английская озвучка, я никогда не читаю текст. But now there is a chance to set it right if you'll help me. I don't remember much of that awful night, only the flames that robbed me of my joy forever. Help me stop the fire that happened that night from occurring. But be careful, detective. Changing the past will change the future. Yours and mine. The road to my salvation begins here, detective. This is the home of my father, the town's puppet master. Go inside and warn him of what is to come. If you need proof, take a look at this. It is tomorrow's newspaper. We'll meet again soon. Почта Джойвиля. Почему не Джойвиля?
Театр в огне. Вчера вечером в кукольном театре бушевал пожар. В данный момент продолжается расследование причин пожара. Тем не менее, предварительная версия властей – неисправная система пожаротушения и сигнализации. В результате пожара были поздно уведомлены о случившемся к несчастью. Пожарные были поздно уведомлены о случившемся к несчастью. Есть жертвы. В живых осталась лишь дочь нашего любимого мастера марионеток. Но и она получила, как я понимаю, сильные ожоги. Почему-то как-то дальше не читается. Блин, этот совет так близко находится. Эх, ужасно. Прибыв в Джойвиль, а здесь уже Джойвиль правильно написан, я встретился с Фелицией. Она попросила меня предотвратить события, из-за которых ее жизнь стала долгим кошмаром. Фелиция дала мне газету с завтрашним числом. В статье сообщается о пожаре в театре ее отца. Я должен предупредить отца Фелиции о том, что должно случиться. Угу. Я люблю, когда в играх обыгрывают вот это вот возможные изменения прошлого, или мы как-то можем на это влиять. Это всегда очень здорово. Как обычно, без подсказок каких-то. Я должен буду следить за этой пропавшей девочкой. Разыскивается. Вы нашли пробку. Угу, я так подозреваю, что пробку, может быть, можно здесь использовать. Прикольно. Какая необычная песня. Мне она нравится, тем более она открыла ворота. Я бы хотел сходить в город, но мне что-то с трудом дают это сделать. Угу. А рычаг не отсюда? Как вы себе это представляете? Ну, пока никак. Чтобы запустить двигатель дрезины, нужен шнуровой стартер. Возможно, я найду, чем заменить шнур. Скакалкой, да? Судя по картинке. Это куклы пожарные. Так, а может отсюда вот этот вот рычаг, нет? Ну ладно, пока непонятно, если честно, что тут делать. Эта девочка похожа на куклу, или наоборот? На улице я столкнулся с двумя марионетками пожарной команды, управляющими дрезиной. Дрезина остановилась, преграждая путь в Джойвиль. Я должен заставить ее снова двигаться. На заднем дворе я увидел замечательную маленькую марионетку. Интересно, она была создана, чтобы быть подружкой для Фелиции? В шестеренке застрял жук. Возможно, я смогу помочь. Потрясающе, через окно дома отца Фелиции я увидел, что кто-то создал удивительную марионетку кошки. После активации она посмотрела прямо на меня с довольной и зловещей улыбкой. Но ведь это всего лишь марионетка, ведь так? Я бы точно эту марионетку приятной не назвал. Угу. Так, вы нашли лезвие. Тут, видимо, лошадок не хватает. Здесь какие-то забеги. Лестницу никак не... Вообще, что у нас предметов там появилось? Лезвие, рычаг, ручка. Ручка где-то можно было бы уже, наверное, использовать. Стойте, а тут что? Кстати, вот... К примеру, здесь. Но... Я не понимаю. Блин, зажимал вроде бы. Так, первая сцена поиска. Я не знаю, друзья, будут ли здесь сцены поиска только по списку. Давайте увидим это скоро, в принципе.
Отлично. Так, ну и остались попроще вроде как предметы. Вроде как. Пуговица, леденцы. Леденцы, бабочка, дротик, вишни, горох, крюк, роза. Блин, навалено здесь, конечно, друзья. Целая куча непонятно чего. Тут сложно разобрать на первый взгляд. Пуговиц. Вот как в этом хаосе можно нормально, адекватно пуговицу найти? Это не дротик, но я проверю. Мало ли, знаете, бывает. Бывает что-то не так с переводом. Бывает с восприятием чего-то. Вон, кстати, пуговица рядом. Так, вишни. Как-то не сильно похоже, хотя... Ну ладно, допустим. Нашли, слава богу. Так, каменная руна. А вот это что-то будет нестандартной формы. Может быть, кусочек какого-то пазла. Я буду кликать все, что вызывает у меня максимальное подозрение. Ну вот. Неочевидный предмет. Как вариант, кстати, попадем ли мы мячиком вон туда? Я думаю, надо здесь сделать что-то вроде рогатки и мячиком зашпульнуть туда наверх. Я бы сделал именно так. Ну ладно. Ah, hello there. You must be the new assistant the theater was sending over. Would you mind fetching the paper for me? My apologies for the confusion, detective. This is tomorrow's newspaper? But how can that be? Who are you? How did you come to be here? This says that my daughter Felicia will be hurt in a fire. No, I will not let this come to pass. My daughter is out playing right now. We need to find her, quickly. She has a telescope in her treehouse. Maybe you can use it to find her. Так. Фелиция может быть где угодно. Дети мастерски прячутся там, где взрослые не смогут их найти. У нее удивительный домик на дереве во дворе. Может быть, она там, но лестницы нет. Я встретился с отцом Фелиции и рассказал ему, что с ней должно случиться. Он сразу же отправился на ее поиски и попросил меня поискать ее в домике на дереве. Нет, просил у меня поискать некий телескоп... А, с помощью телескопа, ну ясно. Я больше не могу работать в вашей труппе. Спасибо за вашу помощь в то страшное время, когда я потерял зрение. Я благодарен вам за то, что выжил, но теперь у меня другие цели и планы. Я высоко ценю ваши способности, но труппа и рабочая атмосфера с каждым днем раздражают меня все больше и больше. Думаю, это не секрет, что причина моего ухода Арнелла, кукловод Крикс... На столе отца Фелиции лежало множество писем и записок от его коллег, но одно письмо привлекло мое внимание. Оно было от человека по имени Крикс, который работал с ним. Кажется, он внезапно покинул театр, а еще он упомянул женщину по имени Арнелла. Опять женщина виновата. Так, тут все получается, наверное, да. Ага. Смотрите, какая интересная сцена поиска. Ну, почему? Я не понимаю. А можно совмещать? Нет, ага, здесь все понятно. Ну конечно, как она без оперения полетит? Так. Что у нас здесь? Я так понимаю, кусочка не хватает, да?
Ну, пока это выглядит все интересно, но, знаете, я бы вперед не забегал, уже сколько раз мы на этом обжигались. Сердце? Нет, принцесса. Золотомдра у нее какая-то в области сердца. Так, и что вы мне даете? Что это такое, вообще даже понять не могу. Вы нашли регулятор? Вообще какой-то странный регулятор. Я даже не понимаю, что это. Так, тут что-то еще есть. Резинка. Ага, ну вот видите, как мы в принципе предполагали. Так, еще что-то тут есть, смотрите. Ладно, я пока не очень понимаю, вот здесь действительно сложный режим, это сложный режим. Не все понятно, не все очевидно, и даже вот таких вот этих подсказок текстовых нету, что надо делать. Ну, с другой стороны, тем интереснее будет проверить свои силы. Теперь я могу забраться по лестнице вверх. Так, ну, что у нас тут? Видимо, не хватает каких-то кукол, я так понимаю, либо сердца этого. Это все. Ого. Тебя как-то надо отлепить, что ли, или починить? Жвачка, ясно. Эту куклу 100% надо сюда. Видимо, еще не хватает как минимум двух, может даже больше. Еще одна кукла. Телескоп. О нет, Фелиция, куда она отправилась? Нужно догнать ее. В домике на дереве есть штатив для телескопа. Будь у меня телескоп, я смог бы поискать, но это мы сделали. Я только что видел маленькую Фелицию. Она побежала в город вслед за котом-марионеткой. Когда я впервые увидел этого кота, он мне сразу не понравился. И конечно же, мне не нравится, что Фелиция пошла за ним. Я должен найти ее поскорее. Вообще, если верить той же газете, то бояться нечего, потому что она пострадает при пожаре. Пожар начнется в кукольном театре. Она сейчас находится не в театре. Что это я все хожу, выхожу. Так, 3, 3, 3. Еще одна кукла где-то есть. Хорошо, мы сюда зашли. Что мы взяли здесь новое? Ничего. Трость, регулятор, рычаг. Сцена поиска. Крестики, нолики. Собака. Так, ищем, ищем вторую. Ага, все ясно. Так. Важный момент. Смотрим, друзья, предметы, которые мы искали в прошлый раз. Есть ли они здесь? Снова. Так, пинцет я хоть параллельно найду. Божья коровка здесь. Скелет рыбы. В прошлый раз, кстати, я скелета рыбы не видел. Вроде бы тех предметов, которые мы искали, я не вижу. Нет. Вроде бы нет. Вишни тут были. Нет, вот это молодцы, что если даже повторяются сцены поиска, хотя бы так. Фото, герб, слон, перо, муха, нитки. Так, слон и фото остались. Вроде бы предметов много, но как-то пока вроде бы обходится. Блин, что вот здесь делать? Давайте что-нибудь попробуем использовать. Регулятор. Трость. Рычаг. Вообще непонятно, что это за фигня. Но вот здесь еще появится сцена поиска. Я думаю, когда она появится, можно будет ориентироваться на вот этот вот...
вот эту вот штукенцию. Так, достанем пинцетом жука, наверное. Тут вроде бы никто не отвечает, ну ладно. Я не понимаю, что это за регулятор, куда его тут использовать-то надо. Точно что-то здесь надо сделать. Так, может, еще тут какой-то регулятор надо использовать. Нет. Рычаг тоже нет. Может, я не там использую? Непонятно. Стойте, ну скакалка. Ее надо завести. Они вот по этой штуке, но вверх-вниз они перемещаются. А что не хватает здесь? Вот здесь непонятно, где здесь вот эта сцена активная, а где неактивная. Где просто какая-то информативная. Нифига не, может, я что-то не сделал где-то? На кукол по-другому. Это каким образом по-другому? Что-то еще не в порядке. Что вам? Шапки не хватает, как мне кажется. Кстати, как вариант. Не хватает шапки. Ну, если брать так уже. Хотя как-то он проехал, когда этот кот там бегал. Так. Лошадки у нас явно нету. Куклы тоже я не вижу. Что за фигня? Да, вот, друзья, и тупик. Рычаг, регулятор и трость. Если здесь хорошая игра, то здесь будет много локаций доступно всегда. Если эта игра выполнена по более современным стандартам, то, естественно, мы должны завершить все здесь. У нас пока слишком мало данных, чтобы на что-то рассчитывать. О! Рукавица. Ну, давайте попробуем, пойдем рукавицу. Что рукавица? У него есть рукавица. На голову только... У него шапки не хватает. А эта рукавица похожа, когда что-то с огня надо достать. Вот я бы так сказал. Ничего не понимаю. Еще что-то не взял. Может, горячая эта штука? Ну, предположить так можно. Блин. Вы нашли куклу. Странно, зачем ацуфериться таким образом уничтожать какие-то свои рисунки? Ага, эта кукла, кстати, злая. Я помню, друзья, она на протяжении всех частей была, что мы видели до этого. Может, в этой серии пока мы еще не видели ее в этой части. А вот и первая головоломка. Угу. Видимо, по сезонам надо как-то расположить. А каким образом? Вы что, издеваетесь? Блин. О, так они отлично прилепляются и так. Подбором будем делать.
Вообще, я бы сказал, вот это осень. Даже, в принципе, по листьям видно. Можно особо не... Ага. Ну да, тут, в принципе... Стойте, а как это? Я бы здесь это понарисовал. Так, это где-нибудь здесь. Это тут. Это здесь. Это здесь. Это здесь. Ну, не так уж и сложно. Все-таки здесь по новым стандартам все сделано, друзья. Нас отсюда посылают далеко и подальше. Очень жаль. Мне бы хотелось, чтобы можно было вернуться на первую локацию, что-то сделать. А возможно, здесь рычаг нужен. Регулятор. Ага, надо поменять местами, что ли. Я как-то не обратил внимания. Попробуем так. Нет, неправильно. Зря я менял. Вот так будет правильно. Да, именно шлем. Так, стойте, а вторая сцена поиска была-то здесь? Нет. А тут мы все сделали. Хм, странно. Ну ладно, тут вроде бы все завершено. Только что сцена поиска подозрительна довольно-таки. Что, еще что-то не то? Так, все, куклы уехали. Можно пойти туда, можно зайти в здание. На ленте в швейной мастерской были написаны цифры 8-35-62. Интересно, что они означают? Так, и тут чего-то не хватает. В городе я вошел в мастерскую портного, где должна была трудиться марионетка швеи. Но она бездействовала, поскольку ее швейная машинка сломалась. Похоже, кто-то сломал ее намеренно. Если бы только эта марионетка могла мне рассказать то, что видела. Так, она сломана. У нас тут, наверное, может рычаг, но я сомневаюсь, что он отсюда. Так, ну что-то мы взяли уже хорошо, в принципе. Можно отсюда уходить, может. Детектив, Фелисия nowhere to be found. And if she's at the theater already, hurry and go straight to the theater to see if you can find her there. I will check the side streets and the square along the way. Логично, ты город лучше нас знаешь. В городе я встретился с отцом Фелиции. Он сказал, что будет продолжать обыскивать улицы и переулки. Но как только он ушел, могу покляться, в доме позади него раздался какой-то странный звук. Надо пойти посмотреть. Театр, добро пожаловать. Время указано. Угу. Как там? 8:35. Я, честно, не запоминал. Так, можно пойти дальше, да? Что здесь происходит? Кто эта девушка? Неважно, я должен освободить ее. В доме я нашел связанную молодую женщину, как будто она была заложницей. Разговор с нею поможет найти ответы на некоторые вопросы. Так, спокойно. Help me, please. Ее надо развязать или что? Help me, please. Так непонятно, что там у тебя?
А, все ясно. Надо выбить его. Девушка прикована к креслу, я не могу оставить ее здесь. Возможно, она сможет мне помочь. Так, чем будем выбивать? Просточкой? Молотком, наверное, надо еще какой-нибудь... Надо что-то еще. Я попробую все, но я в это не верю, что здесь это поможет. Так, ладно. Сцена поиска. По списку. Патрон в патроннике. Дальше, что тут еще, где можно найти? Ага, накалякаем цифру. Ох, не испугало, но удивило скорее. Дальше. Игральная карта, морской конек, мышеловка, мухобойка, фламинго, ножницы, молоток, стрела, змея. Ну, вот скажу честно, сцены поиска здесь вроде бы и неплохие, то есть в том плане, что контуры хорошие, предметы легко находятся вроде как, но я уверен, что до конца игры будет какая-то сцена поиска, где какой-то предмет явно с большим трудом найду, потому что вот это вот все так захламлено, а если еще локализаторы где-то ошибутся случайно, и, в общем, с переводом будет вообще сложно. Надеюсь, этого не произойдет, но все может быть. Так, молоток, мухобойка. Где-то мухобойку я видел только что. Это что такое? Не знаю, но не подходит. Так, а вот здесь отмычки, я думаю, мне пригодятся. Так, и что мне это дало? Лестница. Разыскивается Арнелла. Ха! Это афиша другой пропавшей девушки. Ее зовут Арнелла. Она одна из звезд кукольного театра. С виду очень даже приятная девушка. Ну, с виду, а как на самом деле, кто его знает? Так, вы взяли сифон. Ха, Фелиция, стой, куда же ты? Все понятно. Здесь, наверное, нужен секатор, я так понимаю. Маловероятно. Так, стражники не позволили мне войти в театр. Возможно, есть способ изменить их решение, да. С виду мне что-то вообще с этим сложно что-то придумать. Что мне показали, что мне надо подрезать что-то. Используя синие стрелки, переместите цветные шестеренки на соответствующие пружины. Ой, что-то я, подождите, пока не въехал. Какие, куда шестеренки надо переместить? Ага, я вижу некоторые шестеренки необычные. Так, я, наверное, понял. Наверное. Хочу проверить кое-что. Немножко неудобно управление здесь. Да, все правильно. Это делается так, это делается так, это так, это так. Теперь с тобой. Тебя надо доставить явно туда, да? Так, стоп, стоп, стоп. Ага. Между вами будет две шестеренки. Можно еще ниже не опустишь. Что же сделать?
Так, стойте, подождите. Зачем так грубо? А что, они уже не двигаются, что ли? Блин, это как-то хуже, что ли? И эти не двигаются. Так я уже не прошел, получается. А нет, все нормально. Что-то я не понял сначала. Надо сделать таким образом, чтобы между ними было... Блин, тут эти мешают. Пока опустим. Допускайся, блин, тут все как-то... С трудом все представляется. Так, да, ты будешь нижней, а тебе надо подняться на 2 ступеньки выше. Стоп. Вниз. Тебе надо вверх. Ты сюда. Все. По-моему, я одну не поставил все-таки. Ладно, что-то мы решили. И слава богу. Лестница, сифон. То есть все, что вы мне позволили взять. А тут никуда забраться по лестнице. Может, здесь как-то лестницу можно положить, эти кусты придавить, к примеру. Нет. А поджечь? Нет. Палкой? Нет. Хорошо. Давайте думать дальше. Так, что мы взяли? Подождите. Спички, цепь, сифон. Сифон. Это мы уже использовали. Здесь нужно что-то более существенное. Надо, наверное, каким-то образом девушку с текущими инструментами освободить. Я пока не очень понимаю, что у нас тут такого появилось, чтобы можно было что-то с ней сделать. Сифоном? Да нет. Help me, please. Да вот стараюсь, не получается ничего. Тут был еще один заложник. Так, хорошо. Ой. Хорошо. А что тут хорошего? Мне кажется, где-то что-то я пропустил. Сифон, лестница, спички. Молоток, цепь, рычаг, трость. О. Лампа, освещающая улицы города, очень полезный предмет, но она висит слишком высоко. Мне понадобится что-нибудь подходящее, чтобы достать ее. У меня как раз кое-что подходящее есть. Импровизированная лестница. Я только не понимаю цель того, что я тут делаю. Ну, взял я фонарь. Зачем мне он нужен? Угу. Женская фигура. В театре я увидел 2 силуэта. Один большой, второй маленький. Неужели маленький силуэт — это Фелиция? Если да, то кто это вместе с ней? Не понимаю, зачем я лампу взял. С другой стороны, если я прошел сюда с лампой, значит, я что-то правильно абсолютно сделал. То есть здесь надо что-то с лампой использовать или как? Но здесь-то лампа не поможет ей. Здесь нужен какой-нибудь... Металлический прут, и молотком сверху это выбить можно. Ничего подходящего, в принципе, у нас нету. Зачем мне... Блин, лампа явно не здесь нужна. Может, еще где-то что-то вверху есть. Трость на что-то мне нужна.
Угу. Тут и проблемы с руками, тут, в принципе, целый букет заболеваний. Угу. Нет, явно не здесь. Надо что-то там думать. Дайте-ка я проверю сцену поиска, вот эту нашу старую. Нет, здесь ничего нету. Блин, такое ощущение, что надо с этими кустами что-то сделать. А я не могу понять, что. Может, еще какая-то подлокация есть, которую я не вижу просто. Тут явно секатор нужен. Тут ничего с этого не подойдет, ну 100%. Ключа тоже нет. А, ладно, друзья, вы знаете, не буду сегодня больше мозговать, подумаем в следующий раз. Вы знаете, пока все довольно любопытно, ну посмотрим, что будет дальше. Как обычно, разработчики могут сначала делать все очень интересно, а потом, как правило, спускать все на тормоза. Почему так поступают, я много раз про это говорил, и повторяться, наверное, не буду. Так что на сегодня все. Большое вам спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока-пока и до новых встреч.